для душу Аксаполло та Deep Space. Прийми душ як герой. Ну что же, всем привет, ребят, всем добрый вечер, и мы очень надеемся, что он добрый. В первую очередь поздравляем всех с Рождеством, всех тех, кто сегодня празднует этот чудесный светлый праздник. Хорошего вам вечера рождественского, надеемся, что вам под елку что-то хорошее подарили. Ну а всех, кто празднует Рождество через 2 недели, мы тоже поздравляем с тем, что скоро будет Рождество через 2 недели, также Новый год. И еще больше я вас всех поздравляю с тем, что сегодня 31-й игровой день Star Series, сегодня всего 2 матча, но какие? Нави против ВП Polar и Нави против Вега. Матчи жизни для Нави. Это даже, ну, мы вчера еще говорили, что матчи жизни для Нави. Сегодня это матчи смерти. Просто, потому что проигрывать нельзя. И при этом, первая игра, которая начинается прямо сейчас, Нави ВП Polar, она настолько важна, потому что если вы взглянете на турнирную таблицу, то вы поймете, что Вега G2A, в принципе, уже свое отыграла. Они максимум, что могут достичь, это 8-9-6, что, в принципе, им ничего не даст. А также, как и 8-7. А вот Na'Vi и Virtus.pro Polar имеют по 4 поражения. И 5-е поражение фактически лишает шансов проигравшую команду на выходы. Они остаются чисто математически. И если случится много разных чудес, то команда с 5 поражениями может пройти на LAN-финалы, но это будет сделать очень тяжело. Ну что же, Na'Vi VP Polar, давайте смотреть первую игру. Винга, пак, первые 2 пика от Virtus.pro Polar, Бейн, Гирокоптер и Темпларка от команды Na'Vi. Сейчас мы увидим с вами банапики. Сейчас мы увидим то, что Na'Vi забанили уже Брюмастера, Сларка, Веномансера и Нагу. Однозначно и понятно, что обе команды друг к другу готовились очень серьезно на эту игру. Потому что каждый матч, каждая карта, каждый фраг абсолютно сейчас, каждая линия, каждый ганг будет иметь просто невероятное значение. На кону стоит попадание на LAN-финалы. И очень долгий путь может быть сейчас закончен, либо продолжен. Джакир или Контроп, Тайдхантер и Легион Командер в бане от ВПП. Ну и Габлак первым пиком забирает Бейна. Ну опять-таки, мы знаем, что Габлак любит Бейна, Габлак любит Абадона. Ну вот первый пик. Ну и понятно, что герои чисто сигнатурные. Дэнди, Темпларка, Гирокоптер. Ой-о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 й. По-моему, Na'Vi забыли про одну важную стратегию. Винга, пак, Дроу Рейнджер, Визаж 100% заедет в ВП Polar. Na'Vi не смогут его забрать. Ну, с другой стороны, у Na'Vi есть Темпларка и Гирокоптер. Герои, которые, в принципе, добираются до дровки. И герои, которые могут против вот этой всей гапши драться. Против вот этого всего лютого демеджа. Virtus.pro Polar решили все-таки сыграть в свою, действительно, в свою стратегию. И Na'Vi им разрешает это делать, что самое интересное. Ну, посмотрим, не оступится ли ФНГ и продолжит ли он, собственно, дальше пикать таких героев, да, то есть продолжит ли он добирать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Брудмазер. Время ли для экспериментов? Учитывая, что Na'Vi, да, последние недели полторы не тренировались, да, потому что вам скоро были проблемы со здоровьем, был он госпитализирован, напомним, да, то понятное дело, что вот такие вот пики, это фактически первый тест этого героя у Na'Vi. Ну, может быть, второй, да? И стоило ли рисковать в таком матче брать такого героя? Ну, хотя, видимо, у Габлака есть план игры против стратегии Draw Ranger Visage Винга. Сейчас будет у нас Визаж, 100% сейчас будет Визаж. Задумались. Задумался ФНГ, наверное, в первую очередь не над пиком, а над тем, что банить дальше. И что не давать пикнуть команде
Нави. Что это на данный момент, наверное, даже важнее будет. Двадцать секунд у ФНГ. Нам показывают эту связку. 66% винрейта. 16 из 24 матчей выиграно. 61% у винрейта у Дровки с визажом, 61% у визажа с вингой. Да, вот Дровка винга. 54 секунды. Ну бери визажа. Такс. Ну, Нави надо банить. Нави надо банить визажа. Акс против Бруды, конечно, это восторг. Ну и вот пытается. Сейчас два капитана друг друга перехитрить. Очень серьезно пытается перехитрить. И получится ли это у них, я не знаю. Последний. Бан. Конечно же, бан визажа. Все абсолютно очевидно. Ну и тут бан Чена. А зачем мы банили Чена, если... Ну, хотя да, мог бы ванскоры на Бэйне сыграть. Это, в принципе, вполне вероятный исход был бы. Так что пик нормальный. 20 секунд простого времени и 9 секунд резервтайма у Артура. Для того, чтобы придумать, кто будет пятым героем. Кто будет вторым саппортом. То, что Фанник на Бруде, это понятно. Дэнди, Темпларка, Гирокоптер, Хвост, Бэйн для Габлака. Герой для Ванскора. Здесь, в принципе, тоже более-менее понятно, что это пак. А хотя, что тут понятного? Ну, понятно. Акс для Мага, Пак для Фобоса, Дроу Рейнджер для Элидана, Винга для ФНГ. Остался герой Лилу. Одна секунда. Сент Кинг от Нави. До конца. Все время изюзал Габлак. И забирает Сент Кинга. Но это опять-таки герой, который сможет добираться. Еще раз напоминаю, что буквально через несколько секунд начнется один из решающих матчей этого сезона. Одна из команд после этой игры в расстроенных чувствах будет горевать над пятым поражением. Нам пишут, что ВП Полар 11-4 это неправильно, у них 10-4, 8-4 у Нави, это как раз таки правильно. Ну, такое, титры у нас, мы же говорили, в этом сезоне немножко подглючивают, какие-то лишние матчи считают. Бывает, ничего страшного. Ну что же, разобрали героев команды, и мы начинаем смотреть игру. Как мы видим, букмекера оценивают шансы команды Virtus.pro Polar выше. 1.71 коэффициент на них и 2.003 на Na'Vi. То есть, поставив 100 рублей, вы можете выиграть еще 100. Поехали. Фанник на Бруде. Дэнди на Темпларке. Ванскор все-таки на Бенни, Габлак на Сенкинге, мы видим. Хвост, конечно, на Гирокоптере. Ну и Иллидан. Иллидан на Дроу Рейнджер. Лил на Дазли. Маг на Паке. Я ошибался. ФНГ на Винге. И Фобос на Аксе. Фобос идет в легкую. Посмотрите, сколько у него регена. Три Тангуса в нему накидали. Хилинг Селвочка есть. Щиток есть. Есть Ring of Protection. Фобос тут готов очень долго терпеть против мага. Хотя против мага, ну, знаю, говорю против мага, против Бруды, против Фаника. Ну, вот это такое. Это не совсем понятно, кто еще терпеть будет. И вот эти вот сетки, они намекают на что? Они намекают на то, что может быть... Я не знаю, на что они намекают. Бруда в чужом лесу, что это? То есть, как бы, да... Ну, вард вот здесь, да, который закрывает спаун. Ну, а зачем тогда сетка здесь? Просто, чтобы поставить вард или выиграть руну? Ну, пока, чтобы выиграть руну, наверное. Фобос их только перекликает. И перекликал Фобос. Габлак на Тобе. Фаник не успел здесь вовремя кликнуть, забрать руну. Ну, и им две баунти руны достаются разным героям. И как раз таки этому Аксу пол левела, это уже хорошо. Ну, и здесь будет самое интересное. В миде пока дабла. Дазл, Дроу Рейнджер против Дэнди. Ну и на топе у Гирокоптера должно быть, в принципе, все хорошо. У него есть два саппорта.
против Винги и Пака. Вот немножко перемудрили, по-моему, все-таки парни из ВП Полар с линиями. Но может быть и нет, может быть и нет. Давайте смотреть. Проблема в том, что Фобос крутится, да, и Фаника он будет здесь бить, несмотря на то, что Фаник там в сетках или еще где-то. Так что здесь Фанику должно, в принципе, быть неприятно. Ну, мини-Фобос уже второй левел, в то время как у Фаника только 90 экспы. Ну, вот, пожалуйста, баунти руна. И вот Фобос крутится. Да, тут Фанику будет очень невесело, конечно. Посмотрим, как Фобос вообще отыграет эту линию. Ну что же, Дэнди в миде пока 2-0 имеет. Иллидан имеет 5-1. Ну и Иллидан, который вчера установил еще один рекорд. Иллидан из этого сезона уходит полным рекордсменом. Он убил самое большое количество героев, самое большое количество крипов, самый большой ГПМ у него. Так что вот, собственно, Иллидан действительно все возможные рекорды себе позабирал. Вчерашний матч против Майнсенти пересмотрите, когда у вас будет возможность. Он довольно забавный. Смотреть его, конечно, стоит с точки, с point of view Иллидана, который, еще раз напомню, установил рекорд по ГПМу в этой самой игре, закончив игру, имеет 1035 ГПМ. Как же тяжело тут Дэнди там в миде, как его напрягает. И пришел в ФНГ. Дэнди нужна будет помощь на топе, тем временем поймали мага, расстреливают мага, проблемы огромные, у мага пытается он улететь, но First Blood забирает хвост, 1-0 Нави. Все-таки начинает на Свинцера. Все-таки мы видим, как только ушел ФНГ, сразу же на топе саппорты очень быстро выскакивает и цепляет. Пока не успевает магу уйти. 1-0. Фраг достается хвосту. Ну и 8 крипов у хвоста также имеется убитых. Вот такое вот начало для хвоста. В принципе, неплохое. Лил с хвостой напрягает Дэнди. У Дэнди опять-таки банка побежала домой. Очень медленно бежит Кура. Шестой игрок Нави. Это ванскоровская Кура, который там постоянно, да, переименовывает, скажем так, ванскор. У него был шестой игрок Рокскиз, шестой игрок Нави. Так что такое. Ну и Фаник. 6-5. Против него у Фобоса 10-5. Ну и Фобос, мы видим, ему реген даже, в принципе, не нужен. С транквилами он может себе тут стоять абсолютно вечно, да, и фармить сколько захочет. Тут наорал на Фаника. Он очень неприятно Фанику. Треть хп теряет фактически мгновенно. Да, и тут Фобос должен давить, должен на этой линии еще больше напрягать, скажем так, Бруду. Ну, по таврам, правда, будет немного невесело, скажем так, Фобосу. Ну и Фаник, мы видим, не тушуется. У Фаника 9 на 6, то есть свой крипстат он отсюда выносит. Но то, что есть вард, это уже огромные проблемы могут быть у Фаника. Если он поставится под еще один Берсеркер Скол, который уже второго левела, да, тут рядом уже есть Винга. Но Вингой не запугать. Вингой, конечно же, не запугать. Тем более, ну, Фаник пока ее не видит, конечно, но как только увидит, сразу же он даст задний и не будет особо напрягаться. Хотя, может быть, он ее видел, когда она вот здесь на вардах бежала. Это тоже как бы вариант, потому что явно же сюда и бежал ФНГ. Дэнди в миде отбегает. Иллидан 18-9. Боже, как же я поражаюсь возможности Иллидана фармить вообще на любой линии, в любых условиях, выносить бешеные крипстаты. Ну вот как он это делает, я затрудняюсь сказать, но как-то он это делает. Хвост на гирокоптере 18 на 3 имеет, то есть намного хуже, чем у Иллидана, да. Но он не заморачивается по поводу денаинга, чтобы линия не особо распушивалась там, да, и опять-таки нету никого против него. Пак ушел тут фармить непонятно что и непонятно как. 4 крипа у него есть, вот видит, кстати, ванскора. Ванскор должен забирать реген. А, он заслипает и заберет реген. А еще и оставит Дэндику. Боже, браво, ванскор. Тут очень хорошо сыграл, Дэнди забирает регенчик. Ну, маг помешать не смог. Но у мага есть третий левел. Ну, а здесь Фаник, мы видим, бегает уже где хочет. Ну и Фобос. Фобос скоро шестой. Скоро сможет Фобос уже клепать слэм-данки налево, направо. И где только там захочет себя сможет клепать слэм-данки. Фобоса в три контрхеликс. То есть, как раз таки, агрит на себя крипов в самый раз. Самое оно, скажем так. Ну, а под вардами Фанику сложно. Да, есть у Фобоса шестой, ну, почти есть шестой, да, понятное дело, что пока стоит Винга, очень мешает на Фобосу подфармливать. Ну и Фаник, который качается без паучков, который качается через байт и через сетки. В принципе, он понимает, что против Акса эти паучки абсолютно не нужны. А вот когда уже Акс уйдет и начнет где-то там бегать по линиям, вот тогда уже Фаник начнет качать, собственно, спайдерлингов, да, и тогда толкать линию. На данный момент стоит здесь Глеб, просто получает экспу и... Понятное дело, что Фобос его довольно серьезно напрягает. Что делает суппорты Виртусов? Пока мы видим, ФНГ не делает особо ничего. У него 0-0-0 и 3 гриппа убитых.
Ну вот вылазка на Дэнди очередная. Дэнди тоже осторожно играет. Иллидан. И Дэнди заметил. Дэнди заметил, что со всех сторон его обходят саппорты. Стоит на хайграунде. 12-3 ужасно в плане Крипстата, да, против 31-15. Но Дэнди-то здесь стоит один. А соперников фактически трое постоянно. Он скоро на топе с хвостом подпушил линию. Ну а Габлак получает быстрый даггер. Ну, в принципе, вы знаете, вот это, наверное, неплохо, то, что Габлак получает быстрый даггер. Кстати, еще одна такая, да, storyline, как любят говорить американцы этой игры, то, что Габлак играет все-таки против команды, которую лично он собрал. Габлак сам собирал этот коллектив, Габлак сам добирал, скажем так, людей в этот коллектив. И, собственно, да, Габлак ушел, конечно, в Na'Vi. Команда взяла вместо него ФНГ. То есть произошел свап капитанами, скажем так. Но эта команда все-таки это детище именно Габлака. Так, тут стоит вард лиловский, видит Дэнди. Ну и Дэнди, мы видим, никуда не идет. Дэнди, если спустится сюда, он труп. Он тут прекрасно знает. По-прежнему 13-3. И 37-20 лидан, и ничего ему пока сделать не могут. Ну что же, смотрим, потому что тут опасный момент. Ну, там тем временем хвост вместе с Ванскором забирает вышку. И знаете, рокеты от хвоста, они заставляют мага держаться подальше, хотя маг будет пытаться сейчас заденаить. Ну и вот смотрите, отгоняет неплохо. Тавер денайбл. И начинает маг его денайть. Да, неплохо здесь отыгрывает Эндрю Чип 88. Отличная игра от мага. И это минус вышка. Это заденайный тавер, это деньги. 6 левел тем временем у Бруды. Опять-таки паучков нету, Фобос тут понимает, что кто-то рядом, у Фобоса есть Виталити Бустер, то есть делает он вангвард. Можно, в принципе, его будет купить уже вот сейчас. Пойти себе спокойно. В магазинчике колечко валяется. Появился тут Броудсворд, если кто не знал. Полезный. Ну и Дэнди опять. Только-только вылез на лоу-граунд, сразу же получает... В лицо Poison Touch и вынужден уходить обратно. А Иллидан... Иллидан вот сейчас даст 6 левел людям. Иллидан сейчас очень сильно всех по демеджу начнет бафать. И опять-таки у команды 4 ренджевика, извините. Ну и сам Иллидан получает дополнительный очень неплохой демедж. Дэнди видит ФНГ. И, кстати, ФНГ-то здесь можно погонять. Забирает Дэнди руну. И ФНГ тут можно еще плюшечку дать одну. Тут еще трэпа на хайграунде, но так Дэнди на себя выманил людей, сам уходит. А Бруда грызет Фобоса, вот под ультом, да, под ультом, конечно, Фаник опасный. Но дэм же все равно мало, чтобы убить мага, заслипал здесь ванскор. 5-й левел маг уже взял. Герокоптер Фейзы Аквила. Герокоптер 57 на 13 имеет, 47 на 23 у товарища Иллидана. И, собственно, там пока ровненько идут, ребятки. Опа, минус Брудмазер, вот так ровненько. Вот он фраг. По поляре снизу клепает. И Фобос с ультимейта вместе с ФНГ через сентри вард ловят Фаника. И вот он первый фраг для Virtus.pro. Даже не взглянул я туда в тот момент, смотрел там на топ. Но он Фобос снизу. То, что я говорил, то, что мы предполагали абсолютно все перед этим матчем. Игра будет настолько упоротая, насколько она может быть упоротая. То есть команды будут очень сильно друг друга бояться. Мы видим, да, перемещается суппорт, и да, там бегает ФНГ. Ну, здесь, понятное дело, Габлак фармит даггер, он его уже нафармил. И у него 7-й левел, как бы Габлак свою миссию уже выполнил. Теперь надо гангировать. Бэйн пока левел 3, у него, понятное дело, все печально, да. Он действительно суппортил в тот момент, пока Габлак фармил. Но вот на кого выходить? Где? На Пака, опять-таки, нелегко. 6-й левел. На Дазла в миде. Ну, дровку искать. Дровка, мы видим, там очень хороша. У дровки есть уже ПТ, есть Аквила, и сейчас будет Мэднес. На Иллидана это 100% будет Мэднес. Он еще и даггер может купить в этой игре. Вполне возможно. Ну и, кстати, Дроу Рейнджер не качала пока Гаст, но Гаст здесь Иллидану будет очень-очень в тему. Ну что же, вчетвером. Здесь парни. Смоук. Дэнди. Дэнди подставляется. Даже сейчас можно сказать так. Но тут... Тут четвером ребята из ВППолар. Пока Иллидан фармит даблстак. Эндж там пока боится. Как же боятся они друг друга, а? Просто жесть. Да, мы видим, хвост по-прежнему с Фобосом лидирует. Иллидан очень сильно перекрипстатил Дэнди. Ну, по сути,
мы понимаем, да, потому что Дэнди стоял один, а у Лидана постоянно была поддержка суппортов, и Дэнди не рисковал, не вылезал со своего хайграунда. Ну, за счет этого он, конечно, очень сильно просел по крипстату, но, по крайней мере, не умирал, да. Что и так, собственно, много денег получает Дроу Рейнджер. Если бы еще темпларка там отдавалась, то у Иллидана было бы все просто фантастически круто. Габлак на нижней линии. Ну, кстати, Оксани могут убить, если поймают. Ну, или же Фобос может всех поубивать. Фобос авангард все-таки на 9-м левеле. И 1500. Это довольно быстрый будет даггер у Фобоса. И к тому же это не будет просто даггер. Это будет даггер с вангвардом. Хвост приобрел Яша. Хвост пока БКБ не покупает. Оно ему, в принципе, здесь, наверное, и до поры до времени не нужно будет. То есть ему сейчас в статы паковаться. Желательно, конечно, сейчас купить себе барабаны. Нет, все-таки хвост делает БКБ. Все-таки я не прав, и хвост делает БКБ. Ну, Фаник по-прежнему без спайдерлингом. Фаник по-прежнему просто фармит, не пушит. То есть... План игры Брудой это такс, конечно, очень серьезно поломал на топе. Экшен, кулдаун залетает, и проблема огромная у хвоста. Хвост погибает и пытается сделать габлак что-то вместе с ванскором. Поймали ФНГ, ФНГ убили. Ванскор за магом, но убить его не сможет. А вот маг на развороте может постараться что-то сделать. Габлак будет блинк под коп через чуть-чуть. И маг успеет ли габлак сбить? Да, да, габлак сбивает, и маг погибает. Даблкил делает Артур. Ну, хвоста убили бы по полар. Это самое главное на данный момент. То, что убили хвоста, то, что даблкил сделал Сенкинг, убивая саппорта и флейнера, это такое. Ну, хотя Сенкингу фармить тоже желательно не давать особо. Что может же разогнаться. Фобос. Фаник крутится, но Фаник тут же отъедается. Но мы видим, как он его, да, пробивает. Пол хп снес. Все. Это все, что может сделать сейчас Фаник. Ну, и Фобос отрегенится очень быстро. У него все-таки вангвард, у него 10 хп регена, а с транквилами там вообще будет лютый реген. Как у Сларка где-то. Спрятался в леса, нарегенился. Ну, тут мы с Медим не пошел. Не прошел кол, скажем так. А как они бы его увидели? А тут Сентри. Тут Сентри стоит, вот он. И Фаник бегает по краешку этого Сентри, и Сентри упал. И вот еще одно новенькое. Видел ли Фаник? Я думаю, вряд ли он видел. Слушайте, а снизу уже габлак. Габлак, кстати, с ультимейтом. Увидели габлака. Артур получает стан. Идет Фобос. У Фобоса нет блинка. Тут три игрока команды ВП Polar. И могут они что-то попытаться придумать. Очень нужен блинк Аксу. Фаник палится. Фаник палится и понимает, что он палится здесь. Что дальше тусоваться здесь нельзя. У хвоста... Ну, мы видим, что у хвоста. Хвоста 1-1-2. Здесь маг тоже пытается вытащить себе даггер. Ну, либо аркан тапки, не знаю. Киер контапки на пака. Конечно же, даггер. Сейчас на пака покупать что угодно. Что же Бейн? Пятый левел. Очень нужен шестой. Бейн видит Иллидана. Иллидан, кстати, Яшу себе собрал, не стал грейдить Морбид Маску. Здесь хороший вард, кстати, посмотрите. Нави поставили. И вот этот тут Вижен неплохо. Знают они, что здесь Лил. Знают, что Иллидан, где пак. Вот все видят. И габлак отсюда просто уходит с блинка. Есть даггер у Акса. И сейчас надо прыгать на Фаника и убивать его. Просто прыгать и убивать. Отлично. И сейчас слэмданк Фаник, хотя отъедается он пока под ультом. Просветка. Фаник. За ФНГ. Какой жесткий этот Фаник-то, а? До конца гейминг устроил. Но Фобос ему говорит, not so fast. И есть второй фраг для ДК Фобоса. Дэндика он видит. А, лучших друга в реале. Дэнди стал одним из... Ну, вы можете посмотреть интервью с Фобосом, которое я у него взял на Дримхаке в этом году. А, то есть на зимнем Дримхаке буквально месяц назад это было. Где он рассказал, что, скажем так, Дэнди его вдохновлял на камбэк в Доту. Именно с Дэнди они там разнообразные фишечки обсуждают и тестят, и пробуют, и в играх показывают это. Да, как тот самый билдордер пака через... Блинк, ПТ, а потом Мидас, дальше Ветра, да, и так далее. То есть, что Фобос сказал, что это не его задумка, это задумка Дэнди, которую мы с ним обсуждали, просто я начал реализовывать. Так что вот, хорошие друзья в реальной жизни. А все вот эти ребята друг с другом хорошие друзья. И вы знаете, очень редко бывает у нас такие расклады, что команды... А, тут... Долго разбивали варды. Очень редко бывают такие ситуации, что... Ой-ой-ой. Дэнди в миде. Заслепили Фобоса. Ну, сейвят здесь Дэнди. Чтобы команды менялись игроками. Менялись, грубо говоря, своими капитанами. Основными саппортами. И оставалось это, грубо говоря,
оставались друг с другом друзьями, то есть чтобы не было каких-то сварок и так далее. Гадлак должен прыгать за ФНГ. Ну, хотя здесь далеко, далеко Фобос. Не, недалеко, точнее, Фобос, недалеко Иллидан. Гадлак не рискнул. Видят у нас Лила. Лил, если смогут бурстом убить. И бурстом не смогли убить. И Лил уходит отсюда, а у Гадлака проблемы. Гадлак, будет ли блинк? Ой-ой-ой-ой, как успевает здесь Артур. Но проблемы продолжаются, потому что есть маг. Будет ли песочек? Песочек Гадлак уже дать не может. Выкапывается. И догорит ли он? Нет, он не догорает. Фобос догоняет и вонзает ему просто свой топор в черепушку. Прямо между, между его там клешнями. Фобос. Киллинг спри. Опять-таки, единственный шанс убивать Дазла, мы прекрасно понимаем, что вот такие слоу-ДПСящие герои, как Сэнд Кинг, это какой-то бёрст, бешеный бёрст, то есть с Дэнди каким-то забежать, чтобы он с молда дал тычку. То, что если его будет бить там по чуть-чуть Хвост, по чуть-чуть Сэнд Кинг, там Бэйн или Бруда, то есть Грейв, который от этого всего спасает. Именно поэтому, кстати, последний пик команды ВП Polar, ну, я думаю, можно назвать очень даже удачным. На топе. Габлак сбивает ТП ФНГ, но тут ФНГ уже не уйти. Отсюда дает он стан еще в ванскора и фраг оставляет Дэнди. Все просто. Ну что же, 4-5 счет пока в матче. Нави ведут по фрагам. По деньгам Нави ведут 2000. По XP тоже 2000. То, о чем мы говорили. Вот когда игра идет очень равная, даже несмотря на то, что тут упал тавр, да, и его заденайл маг, мы помним. Нави всегда... Они абсолютно всегда, разве что когда они играют против Сигри, да, либо против ЕГЭ, либо против Cloud9, они всегда фармят больше, потому что ребята опытнее намного, они знают, как, где, в момент затишья, где эти деньги брать, как подфармливать, что правильно делать с этими эйншентами, с которыми сейчас, по-моему, ничего не делается, да, и это огромнейший фейл. Почему ничего не делается для хвоста? Вот, вот как это объяснить можно? Хвост БКБ себе собрал. У Иллидана что там с БКБшкой? У Иллидана 2500. Пока БКБ нету, Иллидан на линиях появляется очень редко. Снизу Фаник, минус Фаник, отлично, ВП. И тут втроем Фаник очередной раз загнали. Фаник это уже третья смерть, 1-3-0 у него. Тоже БКБ себе собирает, купил ТП-шечку. Как только появится, прилетит. Ну, хотя не прилетит, он ТП-аут пытался сделать, поэтому придется ему бежать пешком. Ну, для Бруды это не такая уж и проблема. Что дальше будет собирать Фобос? Дальше он будет собирать себе, ну, точнее, он будет грейдить Вангвард. Понятное дело сначала, но Баклер уже имеется. Хороший выбор, абсолютно верный выбор. Ну и подпушить же надо, подпушить какие-то вышки надо, потому что у Нави товара пока фуловывает. То есть вот здесь только биты и 140 хп, и пойдет ли сейчас до конца Фобос здесь. Ну, тут есть он глиф. Подбегает Хвост, ну и Хвост тут быстро разберется, правда, надо ему убить сич крипа. И спокойно заденает. 1-1 по вышкам. Обе вышки заденаем. И 5-5 по фрагам. Абсолютно равная игра. И пока нету предпосылок, чтобы сказать, что у кого-то дела идут намного лучше. С одной стороны, есть очень мощный Дроу Рейнджер. С другой стороны, есть очень мощный Гирокоптер. С одной стороны, есть довольно неплохой плотный Акс. С другой стороны, есть очень сильно дамажащая Темпларка. Хорошие саппорты там. Хорошие сейвы с одной и с другой стороны. Сплитпушащая Бруда. Тут ауры. То есть, ну, команды... На данный момент нам показывают вот именно ту самую игру, о которой мы иногда мечтаем. Чтобы не было там выносов тела, чтобы было, вот вы смотрите, да? Атак спит или Дана, он успевает убить, застрелить ракету на минимальной рейнже, которая в него летит. Ракета, кстати, у Сашки какого левела? Второго левела, Homing Missile. И здесь вы смотрите, как интересно все. Нави вот сейчас видит ФНГ, а вот этих ребят, Нави не видят. Они не знают, что здесь находится вся команда. Тавра не отдают без боя, но хотя могут догадываться, нигде больше нету. Действительно, могут здесь догадываться Нави, что ПП Polar на них охотятся. И вот он ФНГ поставил вард Дэнди, и Дэнди ловят. Огромные проблемы у Дэнди, там цепанули сразу Фобоса, Дэнди проседает очень серьезно, Дэнди получает газ, минус Дэнди. Прыгнул пак, Хвост раскастовывается, там отличный Crimson Guard, просто шикарный Crimson Guard. Свап Фобоса, Фобос пытается улететь, Хвост пытается улететь, это минус 2. Минус 2 основных героя, браво, и Ванскор тоже погибает. И минус Ванскор, минус 3, шикарная игра. Здесь Фаник забрал тавер, но как же четко сыграли здесь Virtus.pro Polar. Вот, минус игры с Брудой то, что вас четверо, вас никогда не будет пятеро. Потому что этот герой, ну, он абсолютно не командный. Ну и здесь не было, конечно же, Сэнд Кинга с его ультимейтом. Был бы Сэнд Кинг с ультимейтом, может быть, что-то пошло. Но опять-таки, Crimson Guard. И Crimson Guard поглощает все, что расстреливает Хвост.
А у Акса Аганим скоро вырисуется вообще. И Рошанчика забирает ВП Полар. Вот это да! ВП Полар отыгрывает все 2500 голды и 2500 экспы, которые они проигрывали. Они уже даже вперед вышли по деньгах и по экспе. И продолжается фарм у Иллидана. У него БКБ. У него уже БКБ. Ну, тут Габлак, мы видим, пытается нафармить себе форстаф. Он его-то нафармит. Бейн, 7 левел. Бейн сыграл, в принципе, в прошлой драке хорошо. То есть он цепанул Акса сразу же после того, как затянули Дэнди. Но плотности Дэнди очень не хватает. Дэнди тоже нужен Блэкинг Бар. Барабаны есть. Яша есть. То есть дэмэдж есть. Какая-то мобильность имеется. Но выживаемости, конечно, не хватает. Зато хватает убиваемости команде ВП Polar. И вы смотрите. До драки впереди был хвост. И уже на 1200 Иллидан оторвался. От хвоста. Вот такие пироги. Ну что же. Иллидан Шторм Рейдж. Вместе с ФНГ и с Фобосом. Опять-таки на топе. Будут забирать Т1. В миде Т1 забирает Дэнди. И сейчас команда ему поможет. Ну, наверное, надо меняться. ВП Polar сюда. Хотя они летят. Они летят сюда. Прилетает Фобос первый. Ну, Фобосу не надо забывать, что он здесь один. Если он будет встанет, то на него могут реально напасть. Фобос. Ванскор будет ли цеплять. Ванскор далеко пошел. Ванскор. И Вифа, Габлак в Сайленс попадает, Габлак едва живой, там кулдаун защитный, больше убили уже Габлака. И просто без каких-либо потерь ВП Polar забирает тавер на топе, дефит тавер в миде, еще и забирает Габлака. Ну, да, есть Бруда, хорошо, Бруда со вторыми паучками пушит так себе. И Бруда по-прежнему тоже там без Ладмерса, да, то есть БКБ собирает себе Фаник, у него там деньги уже на это самое БКБ есть. Но пока Бруда это не герой. Ой-ой-ой, Фобос. Фобос, так сказать, здесь может встрять. Фобос здесь может встрять. Фаник грызается в него. Фобос, Берсеркер, Скол начинает напиливать Фанику. Дэмджа мало. Тут хил, просветка. Это минус Фаник сейчас будет. И Фобос сейчас слэмданком даст. Слэмданк! 7-0-0. ДК Фобос. Напомним еще раз. Человек, который последних два года работал программистом компании Na'Vi. Делал сайт компании Na'Vi. Прямо сейчас Фобос эту самую команду Na'Vi лишает лан-финала в Star серии. Ну, опять-таки, я... Ванскор, мидя, минус. Лютый дэмэдж. 11-5. Дэнди на просветку. Очень быстро рефракшн все спадет. Здесь же хвост прыгает. Пак, минус Дэнди моментально. Врывается Габлак, кастовывает ультимейт. Но там БКБ у Иллидана. Иллидан просто расстреливает Габлака. Спрятался Габлак. Тут же просветка. Габлак, проблемы огромные. У него Макс хайграунда его еще застреливает. Ну, Иллидан расстрелял просто всех. Это минус 4. Хвост единственный, кто остался в живых, пытается расстрелить хвост. Но просто катит хвоста. Team Vibe в исполнении Virtus Pro Polar. Вау. 14-6. И минус Т2. Все-таки насколько бесполезно является Бруда? Насколько абсолютно бесполезным героем является этот персонаж? Ну что же, Фобос почти с Аганимом. На хайграунд заходит ВП Polar. Им никто не помешает. 27 секунд до хвоста, 10 до Дэнди. Глифа нету. Это минус бараки в миде. ОМГ ВТФ. Это действительно минус бараки в миде. И ВП Polar действительно забирает мид и оставляют очень мало надежды Na'Vi. Сначала на эту игру, а потом на поражение других команд, чтобы каким-то невероятным чудом. Габла, хорошо, троих. Ну а кого ты выкушиваешь? Фобоса. Это, конечно, отличный план, Ваня, но нет. Там тем временем Фаник зашел в спину, включил БКБ, пытается драться Фаник. Ага. Габлак налила хвост, пытается выдать дэмэдж, расстреляли ФНГ, да, ФНГ погибает, Лил тоже погибает, Иллидан пытается до конца, Иллидан дерется до конца, Иллидан теряет Аегис, Фобос продолжает клепать фраги, Фобоса ультанули в него очень хорошо по таймингу, Фобос погиб, Иллидан без БКБ, если поймают Иллидана будет плохо, Иллидан на развороте, газ, и настреливает Иллидан, ванскору, минус ванскор, Габлак нужен подкоп от Габлака, срочно нужен подкоп от Габлака, Габлак копает Иллидана, и Иллидан все-таки, наверное, здесь погибнет, да. Na'Vi убивает четверых, едва-едва живой ушел отсюда Андрей Макчепенко, ну и минус барак в миде. Ну, про Na'Vi, конечно, тут заработали очень много, да, 2500 голды и 4000 экспы,
То есть, действительно, им довольно много подарили ребята из Virtus.pro Polar. Но это потому, что уже драка вот такая шла уже до конца гейминг. Вы видели бруду в прошлой драке, ребята? Я завидую тем, кто смотрит игру в Dota TV, потому что можете откатить и просто в слоу-мо посмотреть, насколько круто сыграла бруда. Она просто зашла, она била, 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 и потом ее били. И все. И все. И она умерла. Но Нави продолжает пикать разную ересь. Во вчерашних матчах, в сегодняшних. Брудмазер. Герой, который за 27 минут запушил Т1 вышку. Что, конечно, круто. Вы знаете, есть мнение, что Рубик запушил бы больше. Ну что, снизу, кстати, будет пытаться убить Фобоса вдвоем. Гиблая идея, скажу я вам сразу. А ну через ультимейт может быть. Ага, 40 армора, ребятки. То есть 60, извините. Тут, кстати, ванскор. Гаст минус ванскор. Фобос атаки не убили. Габлак едва живой. Габлак погибает. Фаник. Ну, отличная идея. Ребята, мы проигрываем 10 тысяч денег. Нам мы потеряем мид. А пойдем убьем пацана, у которого 60 армора, 2100 хп. А давай. Пошли, убили. Да, конечно, тут Нави абсолютно безобразно играют. И что будет происходить дальше в этой игре, я не знаю. И ВП надо идти. ВП ни в коем случае не надо ждать. Просто идти Т2, Т3 сразу. Просто идти на хайграунд. Не думать про Рошана. Не думать про то, что нет Аегиса, не будет так хорошо. Тупо давить сейчас надо по всем сторонам. Вот, нижняя линия должна упасть уже. У Сенкинга нет ульта, это очень круто. У Хвоста ничего нового нету. У Хвоста появился только Джевелин. А что Джевелин? И вот, и дефить Т3 без глифа. А дефить нечем. Бруда! Без ТП! Что? Он даже не придет сюда. Он побежал, Фаник. Ну тут, ну ВП куда? ВП, ну вернитесь! Ну куда вы идете, ребята? Там халява! Халява! Там нет ТП! Ладно! Не будем подсказывать, нечестно это. Сейчас случайно отправил бы, было бы очень весело. Пришлось бы игру переигрывать. Ну что же, хвост. Фармит здесь хвост. Хвосту нужно МКБ, 2600 у него есть. Тратить деньги сейчас нежелательно, потому что может потребоваться байбек. И тут опять-таки смоук. Очередной смоук-ганг, но, правда, на этот раз неудачный. Фаник купил ТП, у него маны на него нету. Ну, он пользу приносит. Т2 Тауэр, 600 хп. Ну, опять-таки, нет претензий к Фанику. Есть претензии к герою. Очень большие претензии к герою. Ибо герой шелеак просто. Полнейший. Вот прилетел на базу. Что ты будешь здесь делать? Ну, что он будет делать? Blade of Alacrity БКБ? Ну, давай. Так, Фоба цепанул габлака. Нет, не цепанул габлак. Габлак в сайленсе. Это минус габлак. В секунде нет байбека. Нету габлака. Фаник бегает в БКБ. Бегает, бегает, бегает. Плюнул кого-то. Фобоса свапнули. Отличная игра от ФНГ. Просто браво. ФНГ, конечно, умирает. Но шикарная игра. Илидан расстреливает хвоста. Фобос. Есть слэмданг. Илидан от Дэнди получает лотно. Кстати, там выкупился хвост. Илидан, надо бежать отсюда, потому что Дэнди тут настреливает. Дэнди трэпа. Дэнди. И Дэнди сейчас будет кайтить. Акс. Дэнди пытается спрятаться. Дэнди. И тут Дэнди, скорее всего, погибнет. Там ракета летит. Дэнди погибает. Хвост пытается кого-то расстрелить. Опять-таки, они пытаются всей командой убить Фобоса. Всей командой. Фобоса убить невозможно. Минус 3 уже сделали ВП Полар. Хвост. Без БКБ. Сейчас Фобос вернется. Фобос уже должен прыгать. Тут Пак. Где Фобос? Где Фобос? Пак пытается убить хвоста. Хвост. Вот он, Фобос. И привет. 12-1-3. Virtus.pro Polar ДК Фобос. Нет байбека у Дэнди. Нет байбека у хвоста. ТП делает Фаник. Да забейте вы на него габлак. Ультимейт кастует опять Фобоса. Наконец-то они его убили. Тут маг. Ветра. Хорошая Фаника. Габлак. Ну тут Лил, скорее всего, погиб. Ну, Грейв тут ему не поможет. Сейчас габлак собьет ТП. Да. И вот он, Илидан. Гаст. Первый. Хорош, бруда. Дошла.
И свапчик, габлак, второй. ГГ, ВП. Да? Или еще нет? Или еще будут играть? ББ делает. Еще Артур. Ну что же, Virtus Pro Polar побеждает в важнейшем для себя матче и оставляет Na'Vi только надежду на то, что им помогут другие. Теперь Na'Vi нужно рассчитывать на то, что либо Virtus Pro Polar проиграют одну из игр, либо Empire проиграют две. И еще им надо, чтобы PR проиграли у Lions. То есть сейчас у Na'Vi настолько тяжелые математические шансы на попадание, это жесть. Ну что же, тут тем временем маг. Смотрите, у мага Wicked Sick, у мага. ФНГ цепанули, лучше бы мага, конечно, цепанули, но его не было видно. Ну и магу тут надо быть осторожным, кстати, потому что маг тут погибнуть может. Дэнни нет блинка, взрывает он мага, и тут одна тычка по магу. У мага блинк через одну секунду прячется и уходит отсюда маг, браво. И догнать его нечем. Псиблейдами тут, конечно, не достает. Ладно, я чуть похоронил уже Na'Vi, игра-то еще идет. Маг покупает аганим. Не, игра уже не идет. Ну что же, хвост. Пытается продолжать фармить. Пытается еще хвост как-то что-то придумать. После этих всех байбеков, понятное дело, что никакой речи МКБ быть даже не может. Два джевелина и все. И до МКБ еще продал Аквилу. Хочет МКБ. Единственный командой артефакт продан только что был. Ну и что, последняя драка или не придут в ВПП? Вот они. Фобос. У него еще алебарда. Фобос сейчас прыгнет во всех. Фобос прыгает и начинает просто во всех крутиться. Фаник начинает его грызть. Фобос минус хвост моментально. Дэнди в БКБ пытается Дэнди хоть кого-то надамажить. Но он просто не выдает дэмэдж. И сейчас будет Берсеркер Скол. Привет, Дэнди. Вытягивает на себя его Фобос. И очередной слэмданк от Фобоса. 14-2-3. Тут стоит Фаник. Ну, так же, как и всю игру. Украл Аегис. Ну, и тут же за это погибает. И еще раз погибнет. Ну, Аегис украл. Берсеркер. Кол. Сайленс. Слэмданк. Ну как же Акс, конечно, всю страту. У ВП Polar была шикарная страта, да? То есть с Вингой, с Дроу Рейнджер, с Визажом. Взяли Бруду. Ну окей, хорошо, вот вам Акс, поехали. Зачем было брать Бруду? Спросите когда-то потом у Габлака. И у команды Na'Vi. Какой был план? Что здесь должна была делать Бруда? Я до сих пор не понимаю. Падает вторая сторона. Байбек есть только у Дэнди, но делать его нет смысла. Появляется хвост. Появляется ванскор, падают Т4, паузу ставит Дэнди, его дропнуло. Дропнуло Дэнди. Будем надеяться, что это не начало того самого, о чем мы больше всего переживаем. Ну что, 5 поражений у Na'Vi. И теперь завтра, ну сегодня Na'Vi, во-первых, надо выиграть у Веги. Завтра им тоже надо выиграть их последнюю игру против Альянс. И им надо надеяться, им надо сидеть и высчитывать. Им надо надеяться, что Virtus Pro Polar либо PR проиграют. Они друг с другом играют, да? ВП Polar PR завтра друг с другом. А, ну кто-то один проиграет. И что еще? А, все получается. Короче, тут очень все сложно, но... А Empire против PR еще, да. Ну то есть очень все сложно. Шансов у Na'Vi нереально мало. Но они есть, они по-прежнему есть. Так что для вас, уважаемые болельщики команды Na'Vi, завтра огромный стимул смотреть завтрашние матчи, потому что завтра может решиться их судьба. Да, еще у них игра с Alliance, конечно, завтра. Ну что, Т4 падает. Остался один Т4 и трон. Глифа нету. Почему-то не нападает пока на него очень активно. Нет Дэнди. Могли бы ВП Polar и попрессовать, но они уходят. Они уходят и не растягивают удовольствие. Можно пойти через топ. Просто нижнюю половину так вот базы по диагонали да, просто полностью убили. Ничего не оставили. Даже один Т4 Tower. Фигурка Дэнди на Пудже. Ну и что же, 32-14 на 34-й минуте. Госцептру Дазла. Еще и курьера Дайровского убили. Ну что, что там? Баттерфляй. Там Баттерфляй появляется. Ну и хвост. Да, купит он себе МКБ.
нормально. То есть по баттерфляю бить будет. Ну а толку? Если он там и без баттерфляя убить не могли. С баттерфляем будет еще хуже. Ну и Draw Ranger, конечно, 5-1-15. Фобос 15-2-3. И Маг 9-2-6. Просто шикарная игра от VP Polar. 1-7-5. Вот ФНГ у нас любитель так сыграть. Он в каждой игре, где его команда выигрывает с огромным счетом, умудряется сделать стату типа там 2-12 или 1-8. Специалист он. За эту игру мы не видели от Нави ни одного ганга. Ну какой ганг? Ну как, о чем речь вообще? Бруда в пике. Габлак его сейчас увидит просто. Боже, какая позиция у мага. Маг прыгает. Сайленс. Ванскор пользы не принес. Хвост. Сейчас погибнет. Правда, хвоста простили. Нет, хвоста не простили. И этого еще. И еще одного. И еще одного. И еще одного. Браво. Просто брависсимо Virtus Pro Polar. ГГ ВП. Virtus Pro Polar остаются в битве за лан-финалы. А у Нави огромнейшие проблемы. Пятое поражение Нави. И у них еще две игры впереди. Да, там в лобби договаривались Дэнди с ФНГ, что давайте вы нам зальете игру. Мы так на ланы хотим и так далее. Нави такие, ну окей, заливаем вам. Все по-братски, по-дружески, скажем так, заливают. Ну что, давайте глянем турнирную таблицу. Давайте глянем турнирную таблицу, как она сейчас изменилась. Изменилась она вот так вот. Мы видим, что у Нави добавляется пятое поражение. 8-5 у них. И единственный шанс, единственная ситуация, при которой Нави могут выйти, это если еще у там трех команд будет по 5 поражений. То есть, например, у Power Rangers, что, кстати, очень вероятно, потому что у Power Rangers игры с Lions еще остались. И как раз-таки у Power Rangers осталась у нас игра против Lions и против Empire, да? То есть PR могут одну из них проиграть, у них будет 5, например. Ну и надо, чтобы... А Virtus Pro Power 1-4. Все. То есть у нас... А, нет, подожди. Все. Все. Virtus Pro Polar 11-4, Lions, Максим, худшая ситуация будет 11-4, Secret 1-4, Hellrise 11-4. Теперь какой расклад? Теперь у нас может быть просто лютейшая переигровка. Но Na'Vi уже в любом случае не попадают на ланы. В любом. Абсолютно в любом раскладе. У нас есть вариант. Покажите, ну не убирать турнир, можно еще на нее чуть-чуть посмотреть. Она такая красивая просто. Ну покажи, Ром, давай. Какой расклад? У нас Empire могут закончить с 4 поражениями. Если они, например, проиграют у Power Rangers и выиграют у Lions, да? И Power Rangers выиграют у Lions. Вот если Power Rangers выиграют у Lions, Empire выиграют у Lions и Power Rangers выиграют у Empire, у нас будет у 6 команд 11-4. У 6 команд 11-4. Я не знаю, как мы будем этот клубок развязывать. Я понятия не имею, как мы будем. Но, по крайней мере, Secret и Hellrisers и VP Polar могут быть уверены, что как минимум переигровки им уже гарантированы. За кого им болеть в матчах VP Polar Empire? Там, Empire Power Rangers? Я не знаю. Прям. Вообще им надо болеть за Lions. Если Lions выиграют две игры, все. Все легко и просто. Lions с первого места, остальные тоже попадают. Короткая пауза. И уже, в принципе, как бы это ни было досадно, ничего не решающий матч. Vega G2A против Na'Vi. Через несколько минут. What's up, guys? Hey, friends. Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Star Ladder ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you.